Друзья, привет, на связи Раи. Сегодня у нас второй выпуск «Пикап с гитарой в Сочи» совместно с Костей Битеевым. В первом выпуске вы говорите, Костя мало пел. Ну так ему и никто не запрещал. Поет тот, кто знает песню. Я эти песни знал, поэтому спел. Но, не волнуйтесь, сегодня Костя покажет себя во всей красе, потому что он специалист по иностранным песням. Ёшкин кот. Девчонки, привет. Мы, короче, для Ютуба снимаем выпуск. Вы называете любую песню, мы ее поем. Вообще классно. Если мы не знаем песню, мы вам 100 рублей. Три попытки. У вас три попытки. Вы все равно отдыхаете, да, можете назвать что-нибудь. Давай. На турецком знаем, если что. Да, это не важно. Нужно нас спасти. Есть кес сюрмем. Это на армянском. Нет. Какие-нибудь современные русские такие, то, что любите слушать. Давайте бумбокс, ваша любимая песня. Давай. Да, что? Бумбокс. Бумбокс, знаешь? Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда, откуда задвигаем шторы? Кофеек, плюшки стынут, объясните теперь нам, вахтерам, почему я на ней так сдвину. Нормально, да? Девчонки, привет! Мы снимаем видео для YouTube-канала «Хижина музыканта». Вы называете любую песню, мы поем. Серьезно? Да. Что-нибудь можете назвать? Что вас так размешило? У нас тут ЧП маленькое, а мы его ЧП вовремя зашли. Кофе мой друг? Да. Давай, давай. Ну да. Давай, я сыграю этот эпизод. Вообще любую песню. А, я думал, ты уж «Кофе мой друг» назвала. На меня кофе сейчас налилось. А, ну вообще в тему будет. Давай, «Кофе мой друг», начинай. Можно я подпою? Да, давай. Кофе мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. И кофе мой друг, дорога мой дом, небо моя тетрадь. Когда мы вдвоем, мы точно не будем спать. Кофе мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Давайте еще. Давайте, да, заказывайте. Заказывайте песню. Ребята, Важно. Давай, давай. Давайте, дуэт. One, two, three, one. Не важно, ни боли, ни жажды. Крылатым умирает каждый, ждая дожди. Не важно, ни боли, ни жажды. Умрет и наш мираж вчерашний, однажды дожди. С собой возьми, и я возьму с собой. Просто звук записывается. Не объясни, что слишком мало декабря. Можешь сказать, у меня там друзья, они попросили передать привет. Видео, что ли? Ну да. Ну давай. Скажешь, а? Песню что, заказать? Давай сначала. Слушаешь наушники. Давай мы это споем. Ну вообще, нравится мне Томас Шелби песня. Томас Шелби? Да. Все, отлично. Споете Томас Шелби. Заказала песню Томас Шелби, если вы прослушали все, пока болтали. Я как Томас Шелби, со с грустью так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе, сам за себя. Я как Томас Шелби, с грустью так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе, я. Да, спасибо тебе. Ну, привет, ты что, передашь? А, давай. Кому? Они говорят, скажи
передай привет марийским друзьям. Марийским? Да. Все, погнали. Йоу, друзья, всем привет. Передаю привет марийским друзьям. Меня зовут Раиль, это канал Хижина Музыканта. Снимаем сегодня в Сочи. Вот встретили девчонку. Всего хорошего. Все, давай, пока. Я думаю, у многих из вас уже возникло дикое желание научиться играть на гитаре. И самый простой способ — это скачать на телефон приложение для гитаристов Timbro. Никакие гарнитуры и шнуры не нужны, потому что приложение слышит все, что вы здесь играете. И сегодня я хотел бы разучить мелодию Баха, вот эту известную. В общем, просто попробуйте протестировать. Ссылочку на приложение оставлю в описании под видео. Работает как на iOS, так и на Android. Погнали, дальше. Да. Привет, девчонки. Можете назвать песню, мы вам споем. Денег не просим, мы снимаем интересный контент вот для канала. Камеру попадем. Ну, это если будет классно. Вы не первые, здесь как бы мы уже сколько снимаем. Если мы не сможем спеть, мы вам 100 рублей. Любую, да, песню. Русскую, иностранную. Ты у меня одна, да, да. Одна, словно в ночи луна, луна. Снимай. Вторая песня. Да, все, что ли? Слов больше, а какие там слова? Давай, открой текст, споем. Споем? Да давай. Нет, давайте другую раз. Давай другую, знаете. Давай, давай, хорошо. Три на вскидку. А этот? Дима, артист. На английском можно, да, можно. Мне нравится этот, ну как его, с сережкой, было беленький. Стив. Стиви Вандер? Нет. Да, короче, все. Стинг, что ли? Да, Стинг. А, давай. Давай, давай бит. Да, раз, да, два, два, три. Три. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this heart. But that's not the shape of my heart. Oh, that's not the shape, shape of my heart. Нормально. Приятно. Хорошего дня, да. Мы выиграли. Дня, да. Спасибо. Вы проиграли. Давайте, пока. Так бывает, ничего. Привет. Что слушаешь? Мы можем попробовать это спеть сейчас. То, что ты слушаешь именно. А, любую песню назови, мы тебе споем просто. Давай колыбельную. Колыбельную? А кто поет? Луна. Как? Луна. Луна? Сейчас, мой друг, может быть, знает. А где Раиль-то? Психея, любовь и вечность. Не знаю психею. Давай последнюю. Последнюю? Знаешь колыбельная луна? Луна. Луна колыбельная. Нет. Я так и знал. Нет. Проиграл, что ли, уже? Нет, еще одна песня. Давай. А вторую психея, ну, вряд ли ты знаешь. Я наши деньги проиграл почти. Давай теплые коты. Флёр теплые коты? Господи, это очень специфичный вкус. Нет. Все, спасибо. Да. Спасибо. Ну ты даешь! Что за вкус Сочи? И сейчас приехали в Сочи, чтобы записать видео. Вы называете любую песню, и мы поем. Да? Все, да. И мы уже со многими здесь поиграли. Если вы назовете три песни, мы их не знаем, мы вам 100 рублей дадим. Да, остановимся только, а тут так тяжеловато. Давай. Придумайте что-нибудь. На русском, на английском. Современные, любимые. Давай. Кавказские, они не знают. Она любила розы. Она любила розы? Это по щекам моим слезы, что ли? Не, она любила. Еще давайте две. Ну это кавказские мальчики, пойду. Это Сочи. Давай, что еще? Сочинский? Гум, туман, знаете? Гум, туман? Нет. Дальше. И последняя. Это ваша песня? Нет, ну это так. Просто. Я тебе еще раз. Просто местный диалект, наверное. А, вы такие называете. Понятно. Ну, давайте... мы не можем уж все знать. Нет, такие давайте диалекты. Какой-нибудь сыграйте вы, чтобы. Нету. Кого уж... а? Ну такое, назовите более-менее известный. Не диалектное такое место. Давайте, может, кого-нибудь из Матранга что-нибудь. Матранг. Блин. Нет. Ладно, я забыл ее уже. Медузу только одно со словами можно. Давай. Открой. И аккорды нужны тебе, да? Да, я не знаю аккорды. Медуза. А, я тоже пел.
Погнали. Мы с тобой звездопад, два билета на паром, танцевали до утра под неоновым дождем. Мы меняем города, обстоятельства на сон, откровенное вчера, ты сегодня мне никто. Отпечатки наших рук в одной магнитофон, время тихая вода, утекающая вон. Не видит в небе знак, потеряет восемь ног. Снова в мире пустота, а в медузе звенок. Медуза, 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 мы друзья. Медуза, 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 мы друзья. Мы друзья, медуза. Красава, спасибо вам. Спасибо вам. Сделали наш день. Спасибо. Давайте. Хорошо, спасибо. Да. Так, мы были сейчас на волоске, чуть не проиграли третью песню. Матранг спас нас. Спели, да. Но мы не сдаемся сейчас, уже более цепкими стали. Раньше раскидывались сотни, да. Но слишком много проиграли, ребята. В Сочи посложнее. Здесь определенный вкус у людей странный, да? Что больше заказывали? Рок и какие-то этника, диалектные песни. Да, Стинга заказывали, наверное. А Мияги заказывали. Мияги и Стинг лидируют. Но посмотрим, что будет дальше. Мы уже снимаем сейчас 16:43. Но мы начали... Почти 3 часа мы уже снимаем. Да, 3 часа. Продолжим, посмотрим, что будет здесь. Погнали. Погнали. Привет. Привет. 30 секунд времени. Хотите уделить и помочь нам снять видео? А что нужно сделать? Просто выбрать любую песню, и мы ее споем. На английском, на русском. Да. Абсолютно любая песня, которую вы хотите. Сейчас вот мой друг Раиль. Да. Привет. Да, любую русскую современную, что любишь. Белорусскую, давайте. Давай. Мокрые кроссы. Точно, с припевом. И пускай капает с неба. Иду мокрый кроссы к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает с неба. Иду мокрый кроссы к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. Понравилось? Очень. Спасибо вам. Так быстро забыли. Здравствуйте, мы снимаем видео. Есть любимые Привет. Песни? Можете назвать что-нибудь? Я сейчас на работе. Ну, пока ругать 30 секунд, не буду, наверное. 30 секунд, любую песню мы споем. Да. Вы же видели, мы записывали здесь тоже. Реклама вас будет. Миллион подписчиков на канале. Сой, знаете, что это? Да. Да. Что-нибудь из Сой тогда? Ну, давай. Так, чик-чук-чук. Мою любимую. Какую? Ты скажи, что это? Когда девушка больна. День как день. Только ты почему-то грустишь, и вокруг все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не хочешь сходить в кино. Ты идешь в магазин, чтобы купить вино. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна. Когда больна. Или вы хотели что-нибудь грустное, да? Нормально, спасибо. Кукушку можно было. Все можно было. Привет. Привет, да. Подожди, мы снимаем видео, ты называешь песню, и мы ее поем. Назови какую-нибудь песню любую. Любую песню. Так. Люман, мы не ангелы. Ага. А мы не ангелы? А все думают, что это Люман, да? Вот это что ли? Вот это? Ты открывал ночь. Все, что могли позволить, маски срывал прочь.
душу держал неволен, пусть на щеке кровь ты свалишь на помаду, к черту барьер слов, ангелу слов не надо. А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, темные твари, сорваны планки нам. Если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели. Мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, там на пожаре утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия, люди глядят на наличие перьев. Все, спасибо тебе большое, хорошего вечера. Крутяк. А кто поет все-таки, если... Не Люмен, кстати, а Алексей Пономарев. Да, да, это известный автор, просто кто-то случайно, видимо, ВКонтакте назвал Люмен, на самом деле... И Би-2 думает, и Люмен да, думает. Да, и Би-2 часто подписывают, на самом деле это вообще авторская песня. Нет, если Люмен открываешь, мы не отдаешь. Не-не, ну это ошибка. Но да, это там другой голос, не Люмена. Да? Да. Пономарев. Спасибо. Да, Алексей Пономарев.